2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Цель этой даты – подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира, а характер заболевания оказывает существенное влияние на качество жизни как самого больного, так и членов его семьи. Аутизм – психическое расстройство, которое возникает в результате нарушения развития головного мозга, характеризуется дефицитом социального контакта и общения, ограниченными интересами и однотипными повторяющимися действиями. Это заболевание проявляется в 3-летнем возрасте. Для таких детей и их сверстников с другими особенностями здоровья существуют коррекционные учреждения, в которых они получают необходимые знания и навыки, а также особый подход. Например, вот в нашем учреждении в коррекционном работает очень много узких специалистов. Это и учителя-логопеды, это и педагог-психолог, это и учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. Для особенных детишек создают все необходимые условия для обучения, но в коррекционных учреждениях нет возможности общения с обычными детьми, и из-за этого могут возникнуть проблемы с коммуникацией. Адаптация в обществе для таких детей очень важна, поэтому сейчас ведется активная работа по созданию в общеобразовательных учреждениях инклюзивных классов. Такой класс есть в Тверской школе номер 34, где особенные дети не только получают образование, но и учатся жить в социуме. Равенство для всех, независимо от социального статуса, от диагноза, от здоровья. Максимальная индивидуализация образовательного процесса, возможность обучения в среде нормотипичных сверстников. Дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители нередко сталкиваются с проблемой неподготовленности общества к особенным детям. И в связи с этим возникают споры, какая из форм образования лучше. Но выбор все равно остается за родителем, который решает, в каком учреждении учиться его ребенку. А подобные дни распространения информации нужны, чтобы общество знало о проблеме и помогало людям с особенностями здоровья адаптироваться в социуме, быть толерантным и терпимыми друг к другу.